Привет. Одним из способов чистки энергетики являются солевые ванны. Ее приготовить достаточно просто. Необходимо взять 1 кг морской соли и растворить его в ванной. Температура воды должна быть примерно 37 градусов. И необходимо около 20 минут полежать в этой воде. Погрузиться туда несколько раз с головой. Это дает возможность почистить энергетические тела, эфирное тело особенно. И такие процедуры необходимо совершать примерно один раз в неделю. Это улучшит состояние энергетики, организма, самочувствие, избавит от негативных привязок.